Всем привет, с вами Однорукий Борис, и с вами игра Diablo Fire. Это дополнение, неофициальное, да? Вот, проходим мы одиночную игру за монаха, 25 уровень. И мы с вами в прошлый раз дошли до ада, вот до вот этого Лахданан. Ну, на самом деле, кто как его зовут, кто зовет его Лахданан через К, кто-то тут, как видите, Лахданан. Вот, лорный персонаж, вот, если кто шарит в лоре, напомню, что это, типа, вместе с Айданом. Айдан — это у нас был воин из оригинальной части, да? Вот, это сын Леорика. И Лахданан — это самый главный, типа, генерал войска короля Леорика. Вот, и он взял и, ну, скажем так, скарабкался. Короче, начал не то чтобы служить демонам, да? То есть темные силы его захватили, но разум его остался, ну, хорошим. И поэтому он, видите, нас не бьет, на нас не нападает. И сейчас мы послушаем, как тут перевели его речь, да? Прежде чем убивать, выслушайте меня. Некогда я был командиром рыцарей короля Леорика и следил за честным и правильным исполнением законов нашего государства. Затем его черное проклятие пало на наши головы. Когда мои рыцари один за другим попали во власть черных сил, я бежал сюда. И вот уже долгое время ищу избавления от демонических сил. Но пока все безуспешно. Я слышал о золотом эликсире, что может снять проклятие и позволить моей душе успокоиться в мире. Но я не мог найти его. Мои силы иссякают с каждым днем. Помогите мне найти волшебный напиток до того, как демоны окончательно овладеют мной. И моя душа погибла. Вот, да. Собственно, все помню правильно. По лору. Собственно, вот тут все и подтвердилось. Короче, идем куда? Короче, тут два входа. Сейчас я вспомню, конечно же, какой из них чей. Вот, на самом деле, не помню, я говорил это в прошлых сериях или нет. Так, у нас какое? 14, отлично, нам сюда. Очень хорошо, что мы прошли сейчас эту самую дополнение, да? Потому что в аду нам проще стало. Вот, и нам тут ни змеи не страшны, ни вот эти вот рыцари. И не сжигатели душ, у которых внешность обманчива, да? Так, о, да, давай, зажму тебя в угол. Как бы это сейчас ни звучало. Что ж вы на меня без брони нападаете, а? О, отлично, я как раз таки пришел в нужное место. Ну, сейчас беготня будет.
Да что ж такое-то, подождите. Вот эта стрельба со всех сторон. Мне-то пофигу так-то. Но, ну, вы слышали, что я, типа, защищался, и... Из-за этого анимация... Атаки у меня... прерывалась, и я не мог атаковать нормально. Ой, там зелье мана еще. Они еще, блин, со всех сторон, короче, нас окружили и как давай настреливать. Так, отлично. Давай-ка. Так, я туда не пойду, там опять согрелись на меня какие-то монстры. Ой-ой-ой, сейчас это будет вообще серьезно. Поняли, что я делаю? Я их специально по одной вот так вот отрезаю друг от друга и тяну в углы. Так, ладно. А, нет, тут можно. Слушайте, тут тупик. Все, не убежишь. Руна огня. Кстати, что у меня там по инвентарю? Да куда ты идешь ты, ну? Так, и подбираем все, что у нас тут осталось. Да нормально, 6 этих самых. Так, сейчас буду подбирать все, что у меня тут нападало. Ну, хорошо, что я с этой толпой расправился все-таки. Вот он, золотой эликсир, кстати. Насколько я помню, он просто так тут валяется. Так. Мне нужно отнести это к Лахданону. Лахданон, прикиньте. Больше я не понесу. Так, ну, топоры большие, маленькие я носить не буду. Ну, ладно, давайте, пацаны, я с вами разберусь. Точнее, какие тут пацаны? Пацаны уже все. Откис, девчата остались. Ой, нет, там неизвестно, кто там будет стоять. В этой комнате. Вот это вот, блин, вот как по мне, это вот минус милишников, что приходится бегать за лучниками. О, масло точности. Сейчас мы его возьмем. Подожди. Масло точности мне дороже сжигателя душ.
Ну и чё, ну и чё, ну и сколько ты бежать будешь от меня? Все. Вот, кстати, смотрите. Мерзкий стол, да? Ой-ой-ой-ой, сколько там, блин. Мне вообще-то к локдану, ну надо. Хотя, с другой стороны, вас тоже надо... Будет сейчас... Всех шлепнуть. Ладно, девчата, идите в КВ. Куда надо? А я тут... Так, ну-ка, меткость... А вот 143 стало, ну хорошо. Так, Лагданан. Я вообще не думал, что он Лагданана назовет Лагданоном. Ну, Лагданон так Лагданон. Как видите, кто как его называет. Вот он, кстати, стоит. Вы спасли мою душу от проклятия. Я за это вас в долгу. Если есть какой-нибудь способ помочь вам из-за порога вечности, будьте уверены, я отыщу способ оплатить долг. Пока же, возьмите мой шлем. В моем последнем походе мне от него не будет толку. Вам же он может помочь от зловещих чудовищ в глубине лабиринта. В смысле? Стальная завеса. Тюбетейка. Ой, я даже... А, нет, подождите. Я, по сути, два этих шлема взять смогу сейчас. Говорит, возьми мой шлем и выкидывает нам целых два шлема. У него что, две головы? А, нет, наверное, он сначала тюбетейку одел, потом стальную завесу. Ну, чтобы сталь об голову не терлась, не билась. Ну вот, а тюбетейка, она, типа, приветствую, друг мой. Сглаживает. Меня. Доспехи тигра. Тюбетейка. Кого? Броня 3. И при этом 123% брони. Да. Так, сейчас посмотрим, что это за... Я уже забыл, что это за штука. Общее сопротивление плюс 50, минус 20 радиуса света, плюс 60 брони процентов. Слушайте, ну, на самом деле... На самом деле, это вот реально для воина подойдет. Не понял, ты зачем выкинул. Ну да, видите, у нас маны еще меньше стало. Вот, но зато мы стали более сильным и живучим, да? Ну хорошо. И что же вам от меня нужно? Так, продаю все, что тут вижу. У себя. Так, теперь чиню. Ну и все. Так, что у тебя еще тут есть? Портал в город, это выпиваю. Это все вот сюда. Ничего не беспокоит вас? Да, все нормально. В
принципе. Ну, вот так вот. Так, эскейп. И чё, идём дальше? Чё у меня тут? Добрый день. Чем могу помочь? Так, вот это вот забираю. Вот это вот сюда. Вот это вот все тоже сюда. Так, что... А, тут еще смотрите, сколько у меня. Целых 4 в запасе. Ладно, пока что положу вот так. Раз, два, три. Вот так. Так, сохраняюсь и идем дальше. Так, тут больше ничего не лежит, хорошо. Ну, теперь нам придется опять идти туда. Я думаю, что я на нормальной сложности всю эту игру пройду, так что осталось нам немножко. Так, о, они... Ну, кстати, хорошо, что они тут это самое. Сюда прибежали. Свиток преисподней. Что можно в преисподней в аду найти? Свиток преисподней. Эликсир магии, хорошо. Все, отлично. Эликсир магии, ну... Это же нам не поможет, всего лишь от... Одну единичку магии мы прибавили себе, но... У нас так магия понижена, люто-бешено. Ой-ой-ой, пауза нечаянная. Так, сундук. Давайте сейчас мы сходим... Вот сюда, застегнутыми доспехами. Ну и здесь выход, вот вход, точнее, проход куда-то. Ой, ну на самом деле хорошо, что вот этих мужиков тут больше, чем стрелялок этих. Так, ну и теперь вас гонять буду, девчата. Ой, новый уровень у меня, класс. Иди сюда. Есть. Ятаган там, смотрите, какой. Больше я не понесу. Да, в смысле, он крутой, слышишь? Ладно, сейчас я вот с этими барышнями расправлюсь. Так, где Ятаган? Блин, она меня привела в другую комнату, где новые монстры, блин, враги, блин. Так, давайте... Да. Как же это душит на самом деле?
Ты тут беготня вся. О, а я знаю, куда я вас приведу. Так, ну-ка. Так, одна есть. Одна... Нет, не попалась на мой коварный план. Иди сюда. Сюда иди. Душная барышня вообще. Так, ну давайте ловкость себе. Мы же тут ловкач. Так, где, куда я шел? Я вот сюда шел. Так, тут нам нужно... Так, Итаган тут на самом деле прикольный. Но по внешнему виду он на Итаган не похож. Это, знаете, похоже на какой-то Гладиус, что ли. Ну, в холодном оружии я, возможно, не силен. Даже невозможно, а точно. Поэтому вы можете в комментариях написать, похоже это на Итагана или не похоже. Ой, у вас тут немножко тормоза были. Сейчас мы посмотрим, что это за Итаган такое. Так. Инвентарь. Урон 3,7. Шанс попадания плюс 20. 10 к ловкости, минус 33 урона. Наибыстрейшая атака. В смысле, а что с уроном? Да, он настолько плохой, что даже его уникальность не... Это самое... Да, давайте его продам. Первая уникальная вещь в этом забеге, которую я, прикиньте, продал. Ничего не беспокоит вас? Да уже нет. Так, что у нас тут в инвентаре? А мне вот интересно, если я, допустим, тут начну нового персонажа, тут все, что у меня тут в хранилище, оно останется для другого персонажа или не останется? Вот это, конечно, вопрос на миллион. Вот на этот вопрос вы лучше мне не отвечайте, если что. Пускай для меня это будет интрижка. Так, сохраниться надо? Сохраниться надо. Опа! Кого первого в угол? Чтобы вы понимали, зачем я такой крюк сделал, это для того, чтобы она сюда забежала в угол. Так, здесь тупик. Вообще, насколько я помню, это у нас котел, да? Это у нас то ли последний уровень, после которого мы уже будем...
к дьяволу перемещаться. Так, давайте все-таки проверим здесь. Так, сундук. Сначала сундук. Золотом откроем. Так, теперь сохраняемся. И смотрите, как всегда. Вот это круто. Вот это мне нравится. Вот, на самом деле я не особо помню, как тут, да? Но я помню, что сначала мы здесь переместимся к этому самому, к Лазарю. Вот, и потом уже к самому дьяволу, да? Так, давайте, знаете, что сделаю? Давайте я сейчас сохранюсь, и я думаю, что пускай вот эта вот серия будет... Ой, да, будет сейчас заканчиваться, потому что 26 минут. Я и так тут немножко все растянул, вот из этой беготни, чтобы... Ну, чтобы в одной серии не было еще больше беготни за этими женщинами, да? Я пока что остановлюсь. Вот, ну а к Лазарю мы уже придем тогда в следующий раз. Вот. На этом все. С вами был Одноруки Борис. Это была игра Diablo Hellfire. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а мы с вами увидимся в следующей серии. Всем удачи и всем пока.